Летние дни рождения накануне отметили в самбурском интернате «Мишутка». Тамбовские волонтеры совместно с воспитанниками воскресной школы решили устроить детям из интерната праздник. День летнего именинника стал одним из самых ярких моментов лета для детей, чья жизнь ограничена стенами интерната. О том, как забота и добрые дела творят чудеса, расскажет Марина Еськина. В гости к ребятам из интерната «Мишутка», что в Самбурском районе, мы приезжали не впервые. Они не раз становились героями программы благотворительного проекта «В наших силах», где мы рассказывали о том, как живут эти дети, как радуются простым на первый взгляд вещам – поездке в Тамбов, посещению кинотеатра или пиццерии. А поэтому внимание и добрые отношения – самое важное, что есть в их жизни. Вот и решили волонтеры и воспитанники воскресной школы объединиться и организовать для воспитанников интерната день летнего именинника. Один из мастер-классов будет по выпечке праздничного торта. Также мы расскажем детям, как его готовить, что для этого нужно. Поставим вместе с ними свечи, загадаем желания. Ребята из воскресной школы подготовили программу праздника. Накрыли стол с угощением, придумали развлечения, пригласили фотографа. Но на то, чтобы каждый ребенок получил желанный подарок в свой день рождения, их сил не хватило. Поэтому за месяц до праздника воспитанники воскресной школы объявили акцию «Подарки именинникам». Каждый ребенок думает, что подарок, это там, не знаю, что-нибудь такое большое, что-нибудь такое красивое, яркое, дорогое. А они нет, они радуются самым маленьким мелочам. Допустим, вот Антон, которому 5 лет, хочет игрушку-каталку. Помогли ребятам в их благородном деле неравнодушные жители Тамбова. На акцию «Подарки именинникам» откликнулись волонтеры, прихожане храмов и тот, кто не смог остаться безучастным. А это мастер-класс по приготовлению именинного пирога. Теперь Галя и Марина знают рецепты таких красивых сладостей. Подготовка к празднику вместе со взрослыми – это еще одна возможность получить заслуженную похвалу. Теперь пришло время пригласить всех к праздничному столу и подарить подарки. А у нас общий день рождения. Дорогие наши именинники, сегодня вы герои нашего праздника. Да. И сегодня будем праздновать ваши дни рождения в кругу наших друзей, ваших сверстников, да, и гостей, которые приехали, тоже вас поздравить с днем рождения. Теперь Марина знает, что не так просто приготовить настоящий торт. На собственном опыте проверено. Вкусно! А теперь давайте поздравим наших именинников. Поздравим! Большое спасибо за организацию, за все, потому что все очень красиво, нарядно, действительно празднично. Хотя у нас дети тоже видят праздники, мы им ежемесячно отмечаем день рождения. Но, может быть, поскромнее и не в таком масштабе. Ребята из «Мишутки», по мнению воспитанницы воскресной школы Алины Толмачевой, отличаются добротой и искренностью, что не так часто встретишь у их здоровых и благополучных ровесников. Они как бы такие не злые, не жадные, они очень искренние и добрые. Но когда они ели этот торт, вы не представляете. Одна девочка, Галя, она даже помогала другому мальчику кушать, а сама не кушала. То есть они очень помогают друг другу и заботятся. Жизнь воспитанников «Мишутки» часто ограничивается стенами дома-интерната. А каждый такой праздник – это возможность расширить границы мира для этих детей. Как для летних именинников, так и для самих организаторов. Марина Еськина, Александр Поздняков, Сергей Фролов, Александр Щеднов, «Область новостей».